И вот это 1300, это новый рекордсмен. Друзья, всем здорова, с вами Кузак, и сегодня со мной подписчики Максим и Ярик, и мы будем запускать машины по огромной рампе вниз, без тормозов. Всем привет. Всем привет. В общем-то, как вы можете заметить, я сейчас один, а Максим и Ярик за мной следят. Но суть в чем? Я достаю рандомную машину, то есть случайно машина сейчас нам выпадает. Это вот такой, допустим, Hyundai. И сейчас ребята будут отгадывать, насколько далеко уедет эта машина. Смотрите, пацаны, у нас вот есть карта. И вот эта дорога, она простилается насквозь всю карту. На конце это 400 баллов, посередине где-то 200, ну в начале там 50. И как вы думаете, насколько далеко она сейчас уедет? Говорите число. Я думаю, на 200. Думаю, на 50. Окей, а я думаю, что... Ну, где-то сотня у нее будет. И сейчас вот кто отгадал, кто ближе всего был к числу своему, тому мы приписываем балл. Давай, тапочку в пол. Смотрите, друзья, то есть мы сейчас разгоняем машину, и потом, когда она дугу проезжает, то я отпускаю тормоз, газ точнее, и она едет по накату. Вот она у нас взяла 1000 км/ч. И сейчас она... Офигеть, как уезжает, уже сотку взяла. Максим, офигеть. Ты, по-моему, уже ближе всех вообще, да, да. Возможно, да? Мне кажется, она уедет даже за 200. 80. Обалдеть. Уже 200 взяла. Офигеть, вот Hyundai, да? Ага. Может быть, она вообще до конца доедет, там уже вдалеке видны ворота. Ну, скорее всего. Нет, нет, уже тормозит ближе к 300 уже. Да, да, да. Ну, слушай, Максим, балл за тобой явно. Вот. Да. 260 забрала. Наверное, да, 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 даже 265 не возьмет. 260. Да, 260 и максимум. Остановилась. Но, Ярик, ты был очень уверен в Hyundai, раз 50 назвал. Я тоже подумал, что он не особо поедет. А Максим вот нормально так сказал, прям четенько. А-а-а. Так, следующая машина у нас полицейская. Такая вот. Интересная машина. Ну, она, как думаете? Думаю, где-то, наверное, это, скорее всего, тоже где-то около 200 проедет, может быть. А ты, Ярик? Она шустенькая, да. До 300 доедет, думаю. А я думаю, что она проедет, 90. Давай, разгоняем этот аппарат, посмотрим, что она из себя представляет. Мне кажется, даже быстрее поедет. Ну смотри, она 1000 не берет, она 700 берет всего лишь. То есть она слишком, по-моему, тяжелая и... Все, да погнала. 600, да. Ну, я, возможно, ошибаюсь. Пацаны, ты сказал, Максим, что 200. Да, я имею в виду. Ярик 300. Ага. А я сказал 90. То есть я 90. Ближе всех. Да, ты Кузак ебал. Кузак ебал. 65. Да, да, она не особо. Машина. Она такая вездеходная больше. А какая сейчас следующая тачка будет? А там рандом тачки. Да, абсолютно рандомные. Да, никто же не знает. Ух ты! Мерседесик, надо же какой! Я думал, на 300 проедет максимум. Мерс. 300, скорее всего, заходит за собой. Так, а ты, Ярик, как думаешь? Думаю, 165. Так, она хорошая, скорее всего. Я думаю, что это, 200 возьму я, наверное. Ты 300 сказал, Макс, да? Да, 300. Возможно, вообще сейчас возьмет офигеть сколько баллов. Блин, она просто разгоняется бодренько, ты смотри, 1000. Ну я говорю, 300 она и заберет с собой, скорее всего. Да, только у нее ограничитель, блин. Она вообще бодренькая. 1000, 1100, 1200, 1250. 1100 ее скорость. Офигеть. Полетела. Да, у нее там аж спидометр, это знаешь, туда ушел, вниз, на полшестого. Ага. Так, 100 она забрала. И 200 уже забрала. 200 забрала. Так, если будет больше 250, а что скорее всего и будет, то Макс забирает еще один очередной балл. 240. 250. Блин. Ну ты прям интуитивный, шаришь за тачки, слушай. Ну я, это Мерседес, я не сомневался в Мерседесе. 290. Возможно, прям 290. Это 5 баллов типа не хватит. Или 10.
290. Ну ты прям четко назвал. Макс сегодня просто в ажуре. Ух ты. Хорошо. Вот как думаете, насколько этот Бобик хорош? Ну, даже не знаю, честно говоря. Давай попробую 150, что ли, взять. А ты, Макс? Я думаю, где-то около 190, думаю, приедет. Ага, а я думаю, что он возьмет 300. Ну, посмотрим, погнали. Интересно даже, да. Я знаю, что некоторые грузовички здесь есть читерные. Так, примагнитился. И давай разгоняй. Офигеть, он жарит. Но, по-моему... Ага. Казак, по-моему, возьмет. Не-е-е-е. Тысячи не набрал скорости. Это маловато будет. И кто там назвал самое маленькое число? 150. Ярик назвал. Ярик назвал. Ага. 150. Ну, по-моему, он даже сотки. Да. То есть вот эти стрелочки, это сотка. Ну, может, до сотки еще и догонит. Еле-еле. Не, до 95. Да. 95. Ну, Ярик, в любом случае, да. Ярик, ты победил. Ну, тебя погнали. Ух ты! Ух ты! Я думал, скорее всего, 300 возьмет, даже больше 300 возьмет. А ты, Ярик? Ну, давай 300 будет. 300. Так, вдвоем 300 думаете, а я думаю, что она возьмет 150. Сверим наши чувства. Да, так. Бодрый старт, хороший старт, замечательно. Но, что-то она вот больше 800, наверное, у нас не разгонит. Подшипники фиговые поставили. Ё-моё. Да. А это что означает, что Кузака берет второй балл? Да, Кузака берет второй балл. Отлично. Она сотку, скорее всего, возьмет. Да даже сотки, это сегодня, наверное, самая худшая тачка, господа. Да, к сожалению, это самая фиговая. И, друзья, если вы тоже хотите участвовать в шоу, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Вот, там я оповещаю о записях. Да. Как вы думаете, насколько хорошо проедет этот кэшбэк-седан или хэшбэк, как правильно назвать его? Всего 200. Это как будто такая семейная больше машина, поэтому, думаю, она 200. 150. 150, а да. Я думаю, она возьмет 350, друзья. О, вот так посмотрим. Вот. Я даже на всякий случай пробью ограничитель. Угу. Я прям уверен в ней, она выглядит как-то вот прям по-читерному, что ли. Вы, друзья, если вообще будете много смотреть этой рубрики, то потом придете ко мне на шоу и будете отгадывать каждую тачку. У нас на сервере где-то 500 машин плюс. И вот это 1300, это новый рекордсмен. Я сказал 200, она возьмет. Ё-моё, я, видимо, плашался. Кузак, скорее всего, выиграл. Да, и, по-моему, она пройдет всю карту вообще, в принципе. Офигеть. Меня обогнала тачка. Отлично. Всё, Кузак победил. Да, все, Кузака по-любому. Но еще да. У Кузаки 3 очка уже, это 100%. Это замечательно, господа. Просто такая скорость феноменальная. Вы представляете, на тачке вообще разогнать 1000 км/ч? На такой, которая выглядит как семейная. Да, в этом-то весь и прикол. Там, наверное, блин, не знаю, нагрузили ее. 350, все. Да ладно, я прям вообще почти угадал. Прям в точку почти попал. Я, кстати, на ней до этого ни разу не ездил. То есть, вот просто, ну, интуиция подсказала мне. И вот 360, пожалуйста, распишитесь. Вот он просто поверил в эту тачку. Да. Так, ну что думаете, большое нам выпадет что-нибудь или маленькое? Не, ну такое мы не будем считать, оно правда медленное. Вот такое считаем. Ух ты. Ржавое корыто. Я думаю, это перелетит всю карту. Ну, смотри, как у него колеса вообще. Да, вообще ужас. Давай я скажу 360. Блин, а я думаю, она возьмет 70 максимум. Ну, посмотрим. Я скажу 200. Ага, ну давай посмотрим. Хорошо, 250. Всё, 250. Она, по-моему, читерная, и вы были правы. Она вообще без звуков даже. И она что-то разгоняется, по-моему, быстро. Или нет? Моя ставка 250 же или 350? Она вообще не... Хорошо. Она занеслась еще. Капец, это... Ой, ё-моё. Пацаны, давайте другую машину. Это вообще не считается. Давайте. Да там такой сход-развал у нее, что жесть.
О, о, это какая-то... У нас это не было же? Или была? Не было. Это не какой-то было. У нас двухдверная, трехдверная, точнее, реношка. Ну, я думаю, скажу, а я 260, думаю, она возьмет. Ну, выглядит как Лада. Давай скажу 230. Так, а я думаю, что она возьмет тоже трехсоточку где-то у нас. Сейчас сверим наши чувства. 202 под капотом у нее, то есть это 202 лошадиные силы. Она мощная довольно-таки. Ну, скорее всего, она возьмет. И она правда бодрая. Уже 1000 берет. 1200. 1280. Почти 1300. Это, по-моему, еще один рекордсмен у нас. И скорость у нее теряется, ну, не сильно так, чтобы. Ну да. 200 она точно возьмет. 200 возьмет. И 300 возьмет, мне кажется. 4, 2, 1. Ну да, да, да. О, 260 почти она забрала. 260 спокойно берет, еще в загажнике у нее 300 километров остается. Ну, и да, вот теперь вопрос, я сказал сколько? 300? Это в районе 300 сказал. По-моему, 300 сказал. Если ровно 300 сказал, то я побеждаю. Если я сказал 350, то побеждает Максим. По-моему, ты 300 сказал. Короче, вы увидите балл этот на монтаже. Сейчас непонятно, кому балл достается. Ребят, у нас. Да, да, у тебя, по-моему, один у меня один. Нет, два. У Максима. Опа! Ой, какая заряженная Ламборгини! Это вся карта. 400. Пацаны, а я вам скажу, что эта тачка... Че, вы сколько сказали? 400 вдвоем, вся да? Вся карта, да. 400. А я вам говорю, что она проедет, ну, баллов 100. Смотри. Я даже, наверное... Ну ладно, давайте пробью ей ограничитель на всякий случай. Офигеть, а че у нее столько много под капотом? 202, как вот той... Так это же Ламборгини. Да, да, да вы сейчас удивитесь этой Ламборгини, что она ни хрена не поедет. Ой, вот она нифига. Так, пацаны. Хотя... Чё-то как-то быстро, чё-то как-то быстро. Офигеть! Это вся карта. Да вы чё, это думал 1280 и вправду. Да. Всё, давай, ты какую сказал, Максим Полковник? Я сказал вся карта, 400. Я тоже сказал вся карта. Возможно, у нас с тобой 2 балла на 2. Кажись, вам по баллу сейчас и будет. То есть у меня уже сотню переплюнуло. Да, да. Если сейчас оно хотя бы до 300 дойдет, то мы уже выигрываем. Там. Да вы спокойно уже, по-моему, выигрываете, да, да, да. Да. Офигеть, ну у него накат хороший. Потому ну, что аэродинамика да. Вся сделана просто как нужно. И вообще, это... обалденно. Это будет трехсоточка, наверное, или 295 это... даже. Нет, да, 295, это максимум. 295. Ага, 290. И она приезжает прям к этой вот тачечке. Да, прям одинаково, вместе, молодцы. Прям, да, молодцы прям. Что думаете? Скорее всего, 200 или 300 проедет. Я говорю 350. Ну, а да, я думаю, она возьмет 80. Другой. Мне я кажется, говорю, она слишком 250. Тяжелая. Ты говоришь 250, Максим Полковник? Ну давай, получится так. Давай. Охренеть! О, не-не-не! А что она такая мощная, я не понял? А я тебе говорю, она мощная. Максим, да ты вообще шаришь машины хорошо. Офигеть, она 50 просто за секунду пролетает. Ну это точно уже не 80. Да это точно. 200 с чем-то возьмется, точно. А, сколько вы сказали? Я сказал 250. Я 350. О, Макс, да ты слушай, ты меня догоняешь сегодня по баллам. Это хоть и на сотню меньше, но... 150, а я сказал 60. Ну да, я сказал 250. У тебя переплюнул на сотню, я переплюнул на 90. И... К сожалению, балл за мной. Ну, друзья, да, на этом серия подходит к концу. С вами были Кузака, Максим и Ярик. Всем удачи и всем пока. Всем пока-пока.